Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёртс и мой пожилой стул. Да, это у нас игра God of War, God of War, который вышел на ПК. У меня сегодня уже 17-е. Я, к сожалению, не успел вовремя выпустить игру, потому что у меня не было света, у нас были в городе лютейшие порывы ветра, но тем не менее. Я не знаю, я вроде что смог настроил. Давайте визуально, одним глазком. Ну давайте мы все-таки на компьютере играем. И будем использовать максимальную графику. Ну, я думаю, мы можем себе это позволить. Так, а что у Кратоса? Вова. Подгружаются текстурки. Подождите, игра у меня на HDD стоит. Ознакомительная версия, понятное дело. Вот, и давайте начнем эту великолепную игру. Я врать не буду. Я бы взял прям... Давайте вот это. Я вот честно, вот это взял бы. Вообще не собираюсь проходить игру. Просто глянуть. Опять же, мы ее пытались пройти на... Когда же мы пытались пройти? На стримах, на PlayStation 4. Знаю, что игра крутая, все ее любят. Я не знаю, либо мне не нравятся слэшеры, я не фанат слэшеров, либо... Я позволю себе говорить в моменты этих трогательных сцен, потому что мы это уже смотрели. Вот. Либо я не люблю слэшеры, либо я не фанат как бы серии, поэтому мне игра, ну, типа, клевая, крутая. Ну вот, ну не мое, к сожалению, не Dark Souls. Да, были очень злые, жесткие валькирии, но опять же, это немножко не то. R1 сюда. Давай сюда, стула дерева. Это, по-моему, отсылка к игре Кодзимы. Насколько помню, в самом начале очень душный бой. Насколько знаю, мужчины с Digital Foundry сказали то, что порт на ПК просто восхитительный. И насколько я... Уже успел поглядеть. Краем глаза. Да, да, вообще лагов нет. Вроде бы God of War это самый лучший порт по пиковому онлайну в Стиме. Чуть ли не в два раза больше, чем у... Чуть ли не в три раза больше, чем у Days Gone. И в два раза больше, чем у Horizon. Forbidden West, по-моему. Не, Horizon Zero Dawn, простите. Я опять же видел видео, где сравнивали графони с PS5 и на компьютере. Ну, на компьютере, на супер-ультрах только лучше. Садись в лодку. И опять же, основное преимущество в том, что на компе очень профессиональные тени, которые пипец как погружение увеличивают. Как я вижу, в OBS даже лагов нет, вроде бы, визуально. И это уже мой геймплей. С сосками управляю. Бревном повелеваю. Слушайте, ну графика... Слушайте, без рофлов графика, мое почтение. Это не то вот это мыло на PlayStation 4 Slim, нет. Это нормальный такой продукт. Прям очень красиво выглядит. Держи. Прям поиграть хочется. Уже хватит. Достаточно, малой. Тут даже целый квест сделали про эту ладошку. Ой-ой-ой, вибрация такая красивая. Отец? Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим. Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно. Да, у меня ознакомительная версия, портабл версия, поэтому могут быть лаги и проблемы. Подлаг был небольшой. Скорее всего, микрофриз. Возможно, первый видос будет вообще короткий, чисто посмотреть, хотите вы смотреть на это или нет.
Потому что я, опять же, говорю, вот, изначально, когда запускал, не было желания проходить. Сейчас, если понравится боевая система и нормально будет получаться, может быть, кто его знает, господи. Потому что на такой графике это совершенно другой уровень, совершенно другой опыт. Без шуток. Выглядит, как будто мод на Skyrim поставили. Давайте будем честны. Ускориться вроде бы нельзя. Я помню, сейчас очень душный тип прибежит, прям невероятно душный. С которым полчаса придется сражаться. Поэтому я не хотел бы высокую сложность ставить, потому что в слэшерах нужно хорошо все уметь, а я не умею. У меня на мониторе картинка очень перешарпленная. То есть, как телефон в темноте снимает, знаете, много точек. Вот и сейчас такое. Возможно, это эффект зернистости для кинематографичности. Но вообще, без шуток, очень трогательные сцены сейчас происходят. И те, кто не играл в игру, поиграйте или посмотрите прохождение. Очень трогательный сюжет, вон на самом там деле. Я вижу маму. Вон там отца я вижу. Вон они зовут меня. Даже могу различить татуировки у него на шее и на руках у мальчика. Вон они зовут меня. Вон они зовут меня. Вон они зовут меня. Вон они зовут меня. Теперь все. Как же великолепно 60 FPS, просто пушка. Вот, блин, слов нет. И чего не отнять, у таких вот супер много A проектов консольных. Пафосные они, клевые они, прям, блин, до мурашек. Опять же, на камнях есть отпечатки ладоней золотых. Я не знаю, было ли такое в оригинале, или это после того, как игра от гения Кодзимы вышла, стали делать. Рискну предположить второе. Зажми. Этот нож был ее. Теперь он твой. Охоте учила? Чему умела? Покажи. Сейчас? Да.
На кого идем? Ты идешь на оленя. Куда? Туда, где есть олень. Ладно. Сюда. Подождите, а сначала с большим огром каким-то? Не помню, короче, не помню начало. Настолько вот я забыл все. Отец, блин, ну это почему именно сейчас? Просто пушка-ракета. Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит от тебя. Вперед. Немножечко... Не, ну у меня вот... Я бы хотел сказать, не хватает сглаживания чуть-чуть. А, кстати, джойстик инвертирован. Правый сосок инверсирован. Инверсия. Или нет? Что ты нашел? Следы. Вроде норм. Но не олени. Поищу еще. А, вспомнил. Сначала с драугром огромным, а потом этот дядька. Второй полубок придет. Взаимодействие на нолик. Мое почтение. Гениальнейшее решение. Гляди, ты пропустил. Ха, похоже. Но это не олень. Видишь? Копыта пошире. Горный козел? Да, мать тебя обучила. Да. Где-то был очень годный видос трудности перевода, где разбирали данную игру. Шо, это такой лут какой-то годный. Еще следы. Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Хорошо. Опа, секретный секрет сюда. И это нам пригодится. Серебро, я не помню, тут вроде как кастомизация какая-то будет минимальная. Поглядим. Не, пока что очень, если это пиратская версия, настолько неплохо. Ну вот, микрофриз был, микропрогруз, подгруз. Что очень приятно. Ну а ты там сам как-нибудь. Идем сюда. Оп. О, стой, следы оленя, свежие. Сюда. Нашел! Помедленней. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Чё-то не помню, что столько лута было. В самом начале, сейчас слово. И, наверное, это хорошо. Сейчас вроде какие-то существа будут оживать, насколько я могу помнить. Сюда нам придется идти альтернативно. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Ого. Иди. А как назад? Треугольник. Ага. Что тут было? Вот же он! Стой! А! Что ты делаешь? Ты же его спугнул! Будешь стрелять? Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Ищи его. Я сказал, ищи. Минус мотивация. Нет, ты не готов! Назад! А что это он заморозился? Ой, вот это... Вот это урон! Мы тут на голову, короче. Отец, вот тут надо мной. Че, удерживайте открытый журнал? Зачем? Нет, ты куда чего учишь? А... Мне не показали ни как блочить, ни как уворачиваться и давай драться. Вот поэтому я просто терпеть не могу слэшеры и терпеть не могу вот такие вот игры, где такая вот сложность. Просто хренелиард хп у противников. Мое почти не гениальное решение от разработчиков. Нет, ну давайте попробуем превозмочь.
Может, я могу просто отходить? Не, ну слушайте, без рофлов. А, не, дают ворота, окей. А, это же прогрессивная игра, где у ворот не как в Dark Souls, а на крестик, окей. Давай, разберемся. Я могу бросаться? Да, могу бросаться, надо было сразу этим заниматься. Что такое, работяги? Здесь я встрял у ворот, согласен полностью. Опопустились, работяжки. Что вы такие опасные? В самом начале игры и такие душные. Мужики, ну так нельзя. Или надо постоянно его в космосе держать, чтобы он не опускался. А, так они еще и примораживают, насколько я помню, да? Они уже сзади. А вы у меня в прицеле. Да, нельзя драться. Так, я думаю, можно по щам пару ударов дать. Но, видимо, нельзя. Вот так ты-то постоянно бьешь. И только таким образом он не сможет тебя бить, находясь в воздухе. А, вот теперь меня решили научить обучению. В чем проблема была раньше это показать, я искренне не понимаю. Типа две кнопки показали. Братан, вот это все, что мы можем тебе предоставить. Все, что мы тебе можем предложить. Мы тут, скорее всего, надолго, я еще просто сложность поменяю, я не хочу гореть просто с нихера. Я, наверное, сложность все-таки поменяю. Ну, господа, ну извините, но это просто бредятина. А, обучение на такой сложности проходить я пока не хочу. Я искренне уверен, что, скорее всего, я не буду это ничего играть проходить. Если мы действительно серьезно будем проходить играть, да, без вопросов. Будем нормально там на сложных сложностях пытаться проходить. А есть ли тут настройка, которая... Параметры, так, как-то, что такое? Контрольные точки, сохранить, загрузить параметры. Игра. Сложность. Захватывающая легенда, рассчитан. После изменения. Да, давай, это мне надо. Подтвердить нажал 3 раза. А, интересно, что-нибудь происходит или у нас все зависло? Все кнопки жму. Игра вылетела. Так. Ой, сообщить о проблеме. Господи, ты чё? Какая проблема? Нет никаких проблем. В общем, как вы можете догадаться, изменение сложности у меня не работает. Я уже 2 раза пробовал. Все эти 2 раза игра просто вылетала. И придется на этой сложности превозмогать. И вот как бы, чтобы вы понимали, почему я не люблю слэшерную игру. О какой красоте боя может идти речь, если ты просто закликиваешь одной кнопкой всех противников? И надеешься на то, что новые к тебе не подойдут со спины и не вставят тебя по самые гланды. Вот, поэтому я такие игры не люблю и не могу в них играть. Ну, потому что я не считаю это чем-то интересным. Уж простите меня, любители слэшеров. Я это не понимаю, только и всего. Как бы мне проще во всякий Dark Souls поиграть. Так что вот, наверное, даже не просите. Даже если кто-то услышит это продолжение, я скажу, а я уже проходил на PlayStation 4 и все. Вот такой план. Все, я не горю, я постараюсь превозмогнуть, не обещаю, что получится, но искренне попробую. А уж насколько хорошо получится, не могу сказать. Давайте этого добьем. Потом попробуем успеть разобраться с отлучшими. Готово. Все. Драуга? Дело сделано. Они раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. Пойдем, малютка. Это хилки, я помню, целебные камни, все дела. Ну, по идее, за ним нужно идти. Вот сейчас нам скажут, сюда пройти нельзя. Или что-то около того. Плохо уже помню, смутно куда? Помню. Пошел в старый храм. Но мама запретила туда ходить. Мы делаем, что хотим. Оправданий не нужно. Как скажешь, уважаемый. Хотя бы двери быстрее, чем в Dark Souls, открываются. Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Подойдем ближе. Так, малютка в себе не уверен, это плохо. Нужно пойти подбодрить его. Я, наверное, уже кучу ништяков пропустил. Я много раз охотился с мамой. А ты меня никогда не брал. Почему же теперь? Она так хотела, и пришла пора. Ясно.
Сейчас, по-моему, огненные драугры будут, да? Драугр! Где? Ух ты, ё-моё. Какой смысл мне возвращать топор? Мне же нужно сначала... Тут какие-то сейчас простенькие загадки будут. Но чтобы мне прийти к решению приступить, нужно освободить себе путь. Убив этих сутулых драугров. Нет, если приловчиться, то это, наверное, интересно на атаке. Я, к сожалению, не фанат такой боевой системы. Это обучение вообще полдня на начало происходит. Безумие какое-то. Я честно скажу, не помню, что так долго. Я помню, что там начиналось с того, что полубог прибегал сразу. Наверное, после того, как мы вернемся с охоты, скорее всего, так. То, по идее, можно и так заковырять потихоньку, помаленьку. Просто. Быстро в этой игре не происходит ничего. Пришлось прерваться на секундочку. А, это не все. Откуда вылез? Вообще не видел его. Тут нам что-то надо перебить, что ли, будет, да? Да, потянуть. Ворота должны открываться. Открываются. Ее заморозил. Хитро. Ну да, это просто было. Примерно так я все, дядь, нормально? Примерно так я все и помню. Ты куда? Сейчас, малой, приду. Тут какие-то вроде улучшалки. Или около того. Что? Он не может это использовать. Мы можем. И вот это еще какое-то место тоже. Но нам не сюда. Ну, здесь... А, ништяки, бабахнет. Да, хорошо. Просто решил поверить. Лучше сейчас, чем потом. Ни хрена тут горя не убивает. Я искренне не уверен, что нам сюда, но давай попробуем. Врать не буду, выглядит как часть какого-то обучения. Чё за вороты? Сын, сюда. Смотри, это Сколи и Хати, волки, преследующие солнце и луну. Откуда они взялись? Как попали на небо? И что будет в конце? Они съедят солнце и луну, и все передерутся? А, это типа... Интересные вещи повествования. Ну ладно, интересно. Не понимаю, он может как-то спринтить или нет? По всей видимости, нифига. Ну ладно. Ууу, я хотел просто спрыгнуть, а он не умеет. Нужно потихоньку, помаленьку, не получаю урон. Ну, короче, на удивление, оптимизация хорошая. Отец, смотри. Жди моей команды. Дыши, не думай о нем, как о животном. Это просто цель. Очисти разум. Прицелься и сделай глубокий вдох. Я попал! Хорошо. Осуждаю убийство животных на самом деле. Он еще живой. Где нож? Нет. Закончи то, что начал. Я не могу.
Я... Я не помню, как с ним побеждаться. Чтобы нажмите выстрелить в определение, Т. Ой, давай пробуем стрелы от Ре. Куда-то кидать ему надо вроде бы, в уязвимые места. Стреляй, малой. Или просто подойти его милишке унизить. Вроде и так нормально получается. Так комбинировать всякие атаки, и такие буду использовать, и такие, и меч, и топор. Ну, он нормально справляется, и струн ему отстрелил. Они ссы, малой, не таких унижали. Артория сопутника без, не знаешь. Сюда, руби, рубай, да будь. Оу, щит, мэн. Я нажимал! Какое всратое управление! В жизни не подойду, господи! Как люди в это играют? Управление всрато. Ладно, я ничего не буду говорить. Меня потом в комментариях заплюют. Даже ты чё, глупый, что ли? Управление здесь сделано богами. Но я вынужден буду не согласиться. Ух, как я в этот камень попал, да? Жестко. Бедный малютка. Так. Давай, стреляй. Ванус ему, запихни пару выстрелов. Я нажимал! Дерьмо управления. Ой, мать моя, как же плохо это все реализовано. Простите меня. Я честно не вру. Так, мы... Ой, хп ему уже сняли. Просто буду это ходить, чтобы не дай бог, эта псина не попала случайно по мне. Главное, что он не устоял, да? Это самое главное. Просто джойстик отвалился. Отлично, гениально. Вообще сидел на месте ровно, взял, отвалился джойстик. Еще звук мне побил, скорее всего. Подойти, побить его чуть-чуть, пожалуйста. Не, без вариантов. Не будем рисковать. Держись от него подальше! А, так я им полностью управляю. Я что-то думал, что у меня... Просто типа говоришь ему, что кидаю, он кидает, стреляет. Возьми себя в руки. Давай. Иду подальше. Ой, как повезло, что он согрелся, вы не представляете. Держись от него подальше! Не повезло. Должен устать когда-нибудь, нет? Такие не устают, понятно. Минус малой. Малой, ты там шо, погиб что ли?
А он стреляет, он хотя бы чуть-чуть урон наносит. Мне вот интересно. Просто ни за что, ни про что взяли, завалили огромного огра. Вот тебе, получай! Сын! Я не боюсь тебя! Ты не страшен мне! Сын, совсем! Посмотри! Посмотри на меня! Сын, остановись! Мы смогли. Но ты не готов. Что? Почему это? Я нашел оленя. Я доказал тебе. Почему не готов? Мы идем домой. Я не болел уже очень давно. И я смогу. Ты еще совсем не готов. Великолепная победа. На этом моменте мы, наверное, закончим. Клевая, здоровская игра. Куда говорится. Так что, куда деваться, как говорится. Буду рад почитать комментарии. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Как-то так, играйте в хорошие игры. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.